Леша, у тебя есть тапочки? Плюшевые. Мне кажется, он опять наклонен. Блять, зеленый так. Ой, как же это не киношно выглядит, честно. Мне не нравится. Нет, в принципе, неплохо. Кстати, вот здесь вот можно сделать этот. Здесь очень красиво. Ну, проходку, вот смотрите. Типа, вот если ты идешь, здесь реально нормально так получится. Если брать, то аллею можно брать. Ну, или можно аллею. На мечке. Блин, да. Какой же у него динамический диапазон очень маленький. Что такое динамический диапазон? Ну, то, что видишь, вот небо сейчас пересвеченное. А. И это... У киношников оно никогда, вот ты как глазами видишь, оно у тебя не белое. Вот если я так делаю, ну как бы да, фиксирую нормально, но все равно видишь, оно темнее. Вот это все выглядит. Понятно, что сейчас, в принципе, что у зеркалки так же, что у меня. Стройка может быть? Нет, нет. Это именно нужна супер-пупер камера. Вот именно за вот это вот Blackmagic там и так далее камера. Вот этот GH5-10-bit мод у него есть. Вот из-за этого у него есть топовый динамический диапазон. Когда он помогает тебе не пересвечивать небо, и в тенях у тебя не темно. Вот, в принципе, в основном поэтому и судится, что это меряется качество.